Здравствуйте всем! Это мой третий видеоотчет о лечении дистанционном в центре Бер Давид Израиль. Хотела бы поделиться с вами такой новостью, как то, что мы пошли на плавание. То есть ребенка мы повели на плавание. У нас вот сейчас было 7-е занятие. С 5-го он поплыл. И тренера уже не первый, у нас тренер так приболела немножко, мы пошли к другому тренеру, она нас не знала, говорит, сразу видно, вы ребенком занимаетесь, что он так воду у вас чувствует, у него способности, у него талант врожденный. Мы говорим, да нет, мы как бы не занимались раньше, это вот только стали ходить к вам на плавание. Но, в общем, трое тренеров, и все в один голос утверждают, что у нас прирожденный талант и точно есть способности к плаванию у ребенка. Вот такая новость приятная. Я уверена, что это заслуга в первую очередь Давида, ну и нас как родителей. Спасибо большое вам всем. То есть это хорошо, что без команды уже, да? Ай, пловец наш великий, давай.